Дорогие мои зрители, как и обещал вам, сейчас я вам хочу рассказать о кафедральном соборе Преображения Господня в городе Чефалу. Это важнейший памятник арабо-нормандского стиля на Сицилии, который сохранил больше всего своих внешних, внутреннего вида 12-13 века. Другие соборы подобные, которые были построены примерно в это же время, в Палермо, например, или Палатинская капелла, они все же были более сильно перестроены, или Монреаль, грандиозный собор, о котором есть мой фильм, один из первых фильмов о Сицилии. Посмотрите, пожалуйста. Они более перестроенные и имеют много отличий от этого стиля. И все же собор в Чефалу считается лучшим. И многие приезжают в город Чефалу только ради этого собора. И ради того, чтобы увидеть знаменитую мозаику 12 века. Изображение Христа на этой мозаике. Христос Пантократор, Христос Вседержатель является, по мнению очень многих специалистов, лучшим изображением Христа. Я вам дал текст, который написан на книге Евангелия. «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет Божий». Ниже Богоматерь и Архангелы 4. Собор величественный. Он строился много лет. В основном он был построен в начале 13 века. Мозаику, которую вы только что видели, она датируется 1148 годом. То есть, представляете, эта мозаика, которую вы видите, ей 900 лет. 9 столетий. Даже представить сложно эту цифру. И это красота, которая дошла до наших лет. Как написал специалист по нормандской Сицилии Джон Норович о Христе, о мозаике Христа, которую вы только что видели. Автор мозаики создал самое великое изображение Вседержателя, возможно, самое великое из всех изображений Христа в христианском искусстве. Только одно изображение в Дафне, около Афин, может с ним сравниться. Но хотя они относятся почти к одному и тому же времени, контраст между ними поразительный. Христос из Дафни темен, тяжел, угрожающий. Христос из Чефалу при всей силе, величии, не забыл, что его миссия – искупление. В нем нет ничего мягкого и слащавого, однако печаль в его глазах, открытость его объятий и даже два отдельных локона на лбу говорят о его милосердии и сострадании. Будете в Чефалу, обязательно сходите в собор. Полюбуйтесь этим величайшим произведением 12 века. А мы завершили свою прогулку по собору. И с какой-то такой непонятной грустью, печалью вышли из собора. Несколько раз оборачивались и сказали друг другу, что мы обязательно сюда еще вернемся. Собор производит неизгладимое впечатление. И уходить, конечно же, отсюда не хотелось.